Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Тверской области пресечена деятельность террористической ячейки, в состав которой входили уроженцы одной из центральноазиатских республик. В городе Твери задержаны лица, причастные к оказанию ресурсной поддержки запрещенной в России международной террористической организации. Установлено, что лидер ячейки участвовал в боевых действиях против правительственных сил Сирийской Арабской Республики. Следственным подразделением возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления за участие в деятельности террористической организации, содействие террористической деятельности и несообщение о преступлении террористической направленности. Проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех лиц, причастных к деятельности террористической ячейки, продолжается. После пятичасового оглашения в Центральном районном суде города Твери вынесен приговор бывшему министру экономического развития Тверской области Денису Ильину. Прошу представить. Суд приговорил Ильина Дениса Анатольевича признать виновным в совершении преступления по 8 пункту В части 5 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначенному наказание с применением статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на 5 лет без штрафа, с лишением права занимать должность в государственной службе в органах местного самоуправления, связанных с осуществлением функций представителя власти, либо с выполнением организационно-распределительных административно-хозяйственных функций на 5 лет. 5 лет в колонии строгого режима. Напомним, Ильину вменяется в вину статья 290 Уголовного кодекса получения взятки. Суд при назначении наказания учел смягчающие обстоятельства и назначил подсудимому срок ниже низшего. Напомним, гособвинение просило более суровое наказание. Государственное обвинение просило назначить наказание Ильину Денису Анатольевичу в виде лишения свободы сроком на 8 лет. Приговор сегодня оглашен. После его получения будет дана оценка указанным приговором. Смягчающими вину обстоятельства суд признал наличие малолетних детей у подсудимого, его положительные характеристики, пожилые родители, состояние здоровья самого Ильина и то, что он ранее не судим. Тем не менее, Ильин настаивает на своей невиновности. По поводу приговора я не согласен. Я не думаю, что 9 месяцев суда, которые здесь прошли, да, фактически за 9 месяцев ничего нового я не услышал, никаких доказательств своей вины я не услышал. И поэтому в соответствующем установленном законом порядке приговор будет жалоб. Поэтому с меня все, спасибо. Позицию защиты Ильина мы приведем в следующем выпуске патрульной службы.